Добрый день, друзья. Ага. Поймала, увидела, сколько тут вас, мосик полосатых, да? Эй, наконец-то вы стали выходить. Ой, кто у нас Шипелкин? Кто такой Шипелкин? Сколько ж вас много тоже в этом году. Несколько вольеров. Чего шипишь? Вот, а ты добрый. Да. А ты Фурчалкин. Да. Вот, залазь-то добыла. Ты явно не проходил через человеческие руки, да? Поэтому ты такой злюкин. Ой. Ну, я смотрю, вас тут злюкиных очень много. О, вот так ведут себя тигрята. А ты видно, да? Те родились позже. Да? Ох! Ой, как страшно! Ой, как страшно! Но зато и ты злюкин! И ты злюкин! Три! Змей Горыныч! А ты хороший! А Змей Горыныч сзади! Трехголовый Змей Горыныч! Да? И ты добрый, ты большой и добрый, не очень ты добрый, то есть добрый только ты, да? Ну, там еще вот лежит кто-то, да? Ты хороший, ты уже большой, да. А эти, ой, злючки мелкие, ой, даже тебе, видишь, досталось. Они сами так боятся, что думают, о, боится, ну идет. Настоящий тигр. Уши прижимает, а этот хочет поиграть. Ой! Ну ты ж посмотри уже. Вот так, правильно, закрой ему глаза. Чтоб он сам не боялся. Да, возьми под свою опеку. У меня возле взрослых тигров так камера столько раз не дергается. Сколько возле вас. Да. Как-то заменяем тогда воспитателя, учи их. Я буду к вам приходить. Вы же вообще не выходили? Да. Вот раз убрал. Скажи, нельзя так с человеком. Человек, скажи, добрый. Он в тайгане нам друг. Да? Ты ж и ластишься, и шипишь. И ластишься, и шипишь. Ой. Да. Змей Горыныч трехголовый. Три шипелки основных. Да, видно по размеру, что вы с одного помета, одного возраста. Не досталась вам ласка человеческая. Самый мелкий поднялся. Ты думаешь, что ты вот так теперь высокий, да, большой, и тебе не страшно. Молодец. Ну. Шипят, но идут. Шипят, уши прижимают, но идут. Шипелкины. Шипелкины. Да. Вон, все залезли уже на полку. Ты тоже иди на полку садись. Там не так страшно. Там вы выше, чем я. Вот, правильно. И там уже не страшно. Потому что там вы уже большие, кажетесь. Шипелка. Шипелка. Ну, тебе вижу, и хочется. Но... Ничего, я буду к тебе приходить, вы, главное, выходите. Не сидите в домике. Тепленько.
И будет все хорошо. Будем разговаривать, вы привыкнете. Ты тоже подкрался незаметно? Ну, ты ж посмотри. Еще одна шипелка. Да? Еще одна шипелка. Я так понимаю, судя по тому, сколько вы убегали, когда я приходила, то вы тут все шипелкины. Кроме одного. Но глазки-то хорошие. Хоть и ушки прижаты. Подружимся. Никуда не денемся. Но не отходят. Я только камеру поближе. И они поближе. Только камеру убираю. И они отходят. Не боятся. Им страшно, но не боятся. Нападают. Атакуют. А тут к самому большому жмутся. Да. Бу-бу-бу. Бубанелкин. Шипелкин Бубанелкин. А ты у них такой воспитатель, да? Ну какие умные. Здесь наверх залезли. И те там тоже стараются залезть наверх. Потому что так они выше меня. Скажи, пусти меня, друг. Я тоже туда хочу. Ну все, люди идут. И они опять шипят. Увидели. Увидели людей. Бабах. Бабах. Ты дождался, пока твои злюки, да, разошлись? Да? Иди их воспитывай. Передавай лапой. Хочешь достать? Улеглись все. Все. Кто-то еще из домика. Целая тигриная банда. Бум! Скажи, да, не снимай нас. С любовью, стригада.